За текущую неделю Бердским поисково-спасательным отрядом было осуществлено 8 выездов на поисково-спасательные работы. 2 выезда носили бытовой характер, 6 выездов природный характер, то есть работа осуществлялась на акватории. 17 июня поступил звонок оперативному дежурному отряда о том, что на реке Бердь в районе села Морозово перевернулся мужчина, управляя гидроциклом. Самостоятельно до берега добраться не может. Выехала группа спасателей дежурной смены на катере. Мужчина обнаружен и эвакуирован из воды. Гидроцикл отбуксирован до берега. Мужчина от медицинской помощи отказался. Также 17 июня на Новосибирском водохранилище в районе пляжа на камнях далеко от берега уносит течение мужчину на надувном матрасе. Самостоятельно добраться до берега он не может. Группой спасателей мужчина обнаружен и эвакуирован до берега. 19 июня на акватории Бердского залива в районе реабилитационного центра «Ортос» очевидцами было обнаружено на поверхности воды тело женщины. Группа спасателей дежурной смены нашего отряда выехала на катере в указанное место. Тело было найдено в указанном районе порядка 200 метрах от берега, эвакуировано до берега и передано сотрудникам полиции. Хотелось бы предупредить граждан о том, что отдыхая возле водоемов в данное время года, в жаркую погоду, купаясь в холодной воде, организм может не выдержать данных перепадов температур, тем более если употреблять спиртные напитки даже в незначительных дозах, может привести к гибели.